дождь идет и карасик клюет. И такой немножко покрупнее пошел под вечерок. Набомбенил. Утренний карпушка. Смотрите, два вообще огонь. Пока добежал. Красавчик. Смотрите, какие красивые места. Друзья, всем привет, всем здорово. С вами Руслан и канал Крутая Рыбалка. Друзья, всем здорово. Я уже на Днепре. Будем сегодня дубасить здесь рыбку. Смотрите как, это Днепр. Да, ребята, это Днепр. Там за поворотом только оп, и Днепр там. Это рукав, русло Днепра. Тут глубина метра два. Рыбка здесь есть. Я весной здесь был, карася ловил. Довольно было, кстати, неплохо. Сегодня буду рыбачить не сам, с Юрой, с Яном. Юра уже, правда, на месте, там уже дубасит. Сейчас я быстренько разложусь. Вот видите, я тут только начал. Расходим к Юрику. И Янчик вечером потянется. Так что такая у нас сегодня большая компания. Я думаю, попробуем и карпика, и карасика. И, кстати, ну, рыбалка с ночевкой. Попробуем сегодня ночью и сомика поймать. Закинем червячка. Дай бог, может, и сомика поймаем. Так что, ребята, вот такие планы на сегодняшнюю рыбалку. Всем спасибо, кто поддерживает канал, подписывается, ставит лайки. Всем благодарен. Кто подписывается в мой инстаграм, ссылочка, кстати, будет в описании под этим видео. Залетайте туда, буду рад знакомству. Все, ребята, чтобы много не рассказывать, всем приятного просмотра. Точите крючки и погнали. Сейчас пойдем до Юрика, попросим шариков. Ой, рез уже расположился, тут поставил. Рез. Маши, всем привет. Всем привет. Выручай, есть шарики? Да, есть. Маленькие, может, розовые. Я хочу, если есть, дай розовых. Вот там ведра, посмотри. Я возьму, хорошо? Да. Ага. Да, есть. Там маленькие надо, я чуть-чуть возьму. Да не, я розовых чуть-чуть. А, так они вообще маленькие. Ну ладно. По-братски отсыпим. Все, спасибо. Так, а что поймал, покажи. А, садку. А ну, посмотрим, что тут Юрец наловил, пока я ехал. О, так нормально, ничего себе. 50 карасей. Ну и 6 карпов. 6 карпов? 6 карпов, но вот таких. Ну ничего. Огонь. Так, ладно, я пошел тоже быстренько, сейчас мешаю кашу. И буду дубасить. Опа, а что-то за секретное стоит. О, ничего себе. Это секретное оружие. Все понятно. Замешал обычную сыпуху чесночную на карася. Ничего такого. Обычный чеснок. Думаю, с него начнем. Сейчас, думаю, пока закину пружинки, а попозже и макуху пульнем. Такая пружинка у меня, грузик. Пружинка и три крючка, вот два рядом и один выше. Знаете, снасть вообще убойно. Я думаю, поставим червячка. Мы сейчас все поставим. Червячка, шарики. Что-то сказать, был на любой вкус и выбор. Что карасик захочет. Погода, конечно, то дождь, то ветер. Вообще, конечно, не сильно комфортно, но зато такая погодка. Чем хуже для рыбака, тем лучше для рыбки. Сейчас и шарик поставим. Так, шарик, думаю, небольшой поставим. У Юрки тут взяли. Так, поставим вот розовый один. Есть. И на верхний желтенький. И на верхний желтенький. Вот так вот, хоп. Так, я думаю, будет пушка. Сюда ставим. И червячка. Чтобы была очень красивая подача. Ой, выпало. Так что я думаю, ни карасик не откажется. А может и карпик такое попробует. Всякое может быть. Фу, блин, гадюка прилезла, ё-моё. Куда ты? Видели, ребят, гляньте какая. Ну, ужик. Это ж надо такое. Да, еще этого нам не хватало.
только закинул. Опа, что-то у нас. О, первый карасевич, друзья. Смотрите, какой маленький, какой пузатый. Тю. Это вообще маленький, прям на ладошку. На червячка. Да не. Такой ты нам не нужен. Так, ладно. Давай нам покрупнее, за что-то не годится. Такие караси. Все ладошечные. Это, кстати, недалеко возле берега клюнуло. Опа, попустила. Оп. О. Что тут? Тоже, наверное, мелкий. Кстати, мелочь на пружину дает жизни. Или никого. Ветер разгулялся, вообще жесть. Вроде что-то есть. Небольшое. А ну. Блин, это что-то за карася, а ну. О, это не, это такой уже. О, жаровой. О, пойдет. Творбочку. О, ребятки. Видите, червячка. Захотел червячка. Ну, такого мы возьмем. Где там наш садочек? Давненько я жареных карасиков не ел. Сейчас мы его определим. Оп. И все. Где-то здесь. Вот это карасик подтянулся на прикормочку. Что-то я там никого не чувствую. А, не, есть. Есть. Хочу макуху закинуть, не дает. О. Друзья, так покрупнее. Ой, следующий клюет, смотрите. Прям дуплетом. О, ничего себе. Фу. Два карася сразу. Вот это рыбалка. Чесночная каша, гляньте, как подтянулся. Ничего себе, как сопротивляется. Ох, нифига себе. Два. Ребята, два штуки. Фу, смотрите. Смотрите, два, вообще огонь. Вот это огонь. Так, ну этого мы выпустим. Это маленький. А эти пойдут в торбочку. Ой, червячок работает. Так, и ты тут, друг. Где ты? Оп, все. Есть. Так, идите. Чик. Чик. Неплохое начало. Что, червячок сейчас нанижим. И забросим. Прикормочка чесночная рулит. Так. Погода то, что надо. Для рыбалки. Для рыбака не очень. То ветер, то дождь идет. Опять сейчас моросит. Оп. Все. Теперь ждем следующих карасиков. Друзья, на макуху мы будем ловить, смотрите, на какие спиннинги, а? Кто на такие рыбачит катушки сейчас? На невские катушки. Это у меня для Днепра специально спиннинги. Сейчас. Значит, что тут? Гляньте, какие. Ух, ух. Интересно, какого года эта катуха? 1983 вроде. Короче, снасть какая у меня для Днепра? Грузик 100 грамм, потому что здесь течение. Здесь большого такого нету, но все же на Днепре ловлю. Грузик 100 грамм, резинка и два крючочка самоподсекающиеся. Оп, какая снасть. Берем наши кубики. Оп, кубики макухи небольшие. И опять же, если макуха твердая, шило нужно. Если мягкая, то не. И вот так раз, чуть-чуть, в один угол и второй. Это закинем
на карпика. Карпик же любит макуху, вы же в курсе уже по моим видео. Спиннинги 2.10, тест, по-моему, тут для Днепра использую 2.10, тест 100-200 грамм. Так что такие, и на нескольких катушках. Опа. Чик. Сейчас парочку кинем, пускай стоит, макуха стоит хорошо. Расплодик там на карасика он стоит, а я тут на камушке поставлю пару таких спиннингов на макуху. Сейчас и камнем придавим. Все, карпик когда клюнет, катуха зажужжит так. Кстати, когда карпы на такие катушки клюют, на невские, он когда жужжит, я не знаю, и кровь стынет в жилах. Это такое удовольствие. Так. Сейчас и второй закину. Есть. Все, то парочку здесь поставим, пускай стоит. Правда, думаю, конечно, больше шансов, что он ночью клюнет. Так, ну придавить надо нормально. Ой, блин. Все, развалился наш кирпич. А вот так, о. Все. Годится. А, и поставим такие пенопластики. Вдруг он зажужжит, чтобы было видно, какой спиннинг. Вдруг я отойду. Оп, все есть. Так, это вот кирпичи развалились. Все, вот такие вот наши два спиннинга на карпика будут стоять. Ого, потянуло как. Что, и никого? А, не, есть. Карасевич. Опа, и начал сопротивляться под берегом. Что у нас тут на верхний крючочек? Опа. О, это вообще хорошенький. Пойдет. Чирк. А, вот что ты. И шел так тяжело. Два крючка. Годится. Годится. Так, так. Что-то, ага, опять надо червячка и шарик поставить. И тут что-то сидит. Тут только закинул, и тут что-то. Дзелынь, дзелынь. Опа, опа, опа. Опа, опа. Ух ты, ничего себе. Опа, опа, опа. Есть такое дело. Так, вот, а успокойся, все уже. Пойдешь ты в торбочку. В торбочку. И, знаете, клюет на червячка больше. Что-то шарика не так хочет, как червячка. Ладно. Сейчас забьем это все дело. Не будем ждать клёво. А как пружинки работают. Просто супер. Набегался что-то я. Пока разложился, туда-сюда. Карасики, конечно, погоняли меня. Сейчас немножко затихло, хоть можно передохнуть. Ну, это классно, конечно, ребята. Карасик клюет. Так, начало есть уже неплохое. Посмотрим, что нам по карпику там. Кстати, у юрца была какая поклевочка на пружинку карпика. И убежал. Фокус не удался. Что такие дела? Ну, это очень неплохо. Есть. Сидит. Минута две и поклевка. Минута две и поклевка. Ну, бывает там пауза. Под вечер. Ой, знаете, я такой немножко покрупнее пошел. Под вечерок. Эх, вечер, вечерок. И на шарик. Тут давай ему червя, теперь шарик. Так. Что тут? А тут, в принципе, все и целенькое.
Немножко каши добавим. И червячка поправить надо. Хоп. И еще немножко тут. Хоп. Есть. Тихо. Это я. Так, что там запуталось? Что ж там запуталось? Чирк. Что там Юра бегает? Привет, Яна. Привет. О, да, тут дует, конечно. Да, дует нормально. А ну нет, не нормально. Что, вот это мелочь, да, вот такая? Да, да, караси клюет, Ян. Караси клюет. Ну вот, ты что, машина сюда заехал? Да, я все чётенько. Видишь, как я припарковался. А что такие дела? Вся команда уже в сборе. Так что давай, оставляйся. Слышите, друзья, как гремит, какие тучи, а, погода что-то портится, вообще жесть. О, дождь начинается, да, как раз такая нормальная коропячая погода. Яник, дождь! Вам видно, там такой пошел ливень, смотрите. Да, вот это погодка, конечно. Да, погодка вот такая вот. Карповая. Сижу в машине. От дождя спрятался. Карасики клюют неплохо, что я вам скажу, ребята. По карпу пока тишина. Так что вот такие дела. Дождь идет, погодка, правда, не очень. Для рыбалки это хорошая погодка. Дай бог, может быть, вечером и ночью будет дело. После дождичка карасевич, два штуки, друзья, видите, по два и берет карась, конечно, сегодня дуреет реально. Так, этого мы отправим обратно, а это, о, это пойдет в торбочку. О, и там клюет уже или не клюет. Чикс. Ну что, ты клюешь или не клюешь? Опять дождь идет мелкий. Эти тучи какие. То туда, то сюда. А ты свечу? Он верец, смотрите. Набомбенил. Это он с утра. Да. Ну, еще ночь перейдешь. Та огонь верец. Давай там, вяжи где-то. Будем сегодня ночью сомика дубасить. А может и карпика. Посмотрим. Так, так. Решили поставить еще в одно место. Займем еще одну поляночку. Тут чисто на макуху одну поставим, пускай стоит. Там будем на пружинке, на сомика. А здесь поставим. Пускай на карпика будет макуха стоять. Такая вот поляночка. На тычках спиннинги поставим сейчас. Я думаю, когда карпик клюнет, будет слышно. Немножко воду надо заходить. Так. Оп. Есть один. Под один. И второй там поставим. Так, тут все четенько. Гуляем. Катушки намокли. Неудобно так бросать, когда мокрый. Ух, есть. Раз. Раз и два. Оп. Сейчас лесочку натянем. Ну, когда карп клюнет, будет слышно нам. Мы на соседней поляночке как раз. И жмачочек, чтобы было видно. Потому что тут Яныка будет, Юрин стоять.
мои в какой клюнул. Тут уже стемнело. Ну что, переходим на сомика. Ого, вот такой червячок. Выползок. Сейчас мы его оденем. Вот так. И будет просто пушка для сомика. Так, карасик нас порадовал сегодня. Вы же видели, клевал целый день. Ну, вернее, полдня. Так. Так, так думаю, одного хватит. Вот такое будет. Посмотрим, понравится нашему сомику или нет. Все. Хорошо. За сомиками. Караси-то все понятно. Хочется ж что-нибудь покрупнее. На карпика стоит. Теперь будет и на сомика. Сейчас закинем парочку. Чик. Все, есть. Будем ждать сомика. Опа. Вот и утренний карпушек. Друзья. Оу. Есть. Огонь. Думаю, что там тыр-пыр. Смотрите, какой. Утренний карпушка. Огонь. Маленький, правда. Ну все же, взял с утреца, с под камышика. Вот такой вот красавчик. Прямо на поутру. Ну, очень маленький. Ладно, беги. Тебя отпустим. Че? Есть. Все, ребята. Карпик пойман. Всем доброе утро. Сейчас заряжаем и пуляем заново. Друзья, доброе утро. Ну вот только первого карпика и поймал. Вчера караси, вы же видели, клевали просто супер. Ночью шел, по сомику ничего, по карпу тоже. Вставал, перезабрасывал, все, ну, результата никакого. И только вот утренняя поклевка, только утренний карпик, только джиг есть. Ладно, небольшой, но все же. Так что так, сейчас перезабрасываем и ловим, посмотрим, что сегодняшний день нам принесет. Пока побежал. Так, у Яныка поклевочка. Яныка, ну, о, уже хорошенький. А, это побольше, чем я поймал. А ну покажи. Утренний карпушка. Не, ну это уже такой. Красавчик. Джики есть. Поздравляю. Спасибо. А смотри, как глотнул. А ну. За нижнюю губу. Так, все четенько. Что там, Ю? О, какой карасик. Утренний карасик. О, хорошенький. А красного червячка. Да. Ой, у меня там что-то пикает. Попустило. Опа. О. И у меня что-то есть. Ну, по-моему, не такое большое, как у тебя, конечно. Или вообще никого. А не. Серфовый карасик. Карандашик. Вот, так это карпик. Не, карасик. Вот такой вообще не интересен. Друзья, ну что, подведем итоги нашей рыбалки. Значит, что? Юрец тут надубасил, смотрите. О, ну короче, тут прилично. Это Юрка половил. Да, это Юрец. Значит, что у меня? Карпик маленький был, вы же видели. И плюс караси. Оп. Ну, тоже немножко поменьше, но все же.
Короче, вот такое дребедение наловили. Так что так, и Яник поймал карпика довольно неплохого. Так что вот такая рыбалка. Кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. Ну а мы уже собираться будем потихоньку домой. Будем ехать, готовиться на следующую рыбалку. Все, ребята, с вами был Руслан, мои друзья, Юрец, Ян и канал Крутая Рыбалка. Все, до новых встреч. Пока-пока.